Портал ifb.ru расскажет, как очистить карманчики стиралки от злополучной накипи. Способ простой и эффективный. Ни для кого не секрет, что в наши квартиры поступает очень жесткая с многочисленными примесями вода. Я у себя в квартире поставила только фильтр на питьевую воду, на все остальное материальных средств не хватало. Поэтому и стиральная машина, и посудомойка питаются водой напрямую из водопровода, без какой-либо фильтрации. Способов очистить саму стиральную машину очень много, но я не смогла найти информации о том, как и чем очистить карманчики стиралки от злополучной накипи. Всем, наверное, понятно, что очищая стиральную машинку внутри, наши народные или покупные чистящие средства почти всегда не попадают в карманчики, и поэтому их чистить приходится отдельно. Я, честно говоря, и не думала, что они могут так загрязниться, но открыв нишу с карманчиками для загрузки порошка в очередной раз, я ужаснулась. Все они были в толстом слое известкового налета. Попробовала их как-то поскоблить, получилось слабо. Затем я испробовала все чистящие средства, которые у меня были дома. И пимаксоль, и пималюкс, порошок стиральный, соду и еще какие-то импортные от накипи. Название не помню, не помогло. А еще подлезть же туда нужно, а карманчики величиной не отличаются. Короче, беда. Затем в ход пошла лимонная кислота, которой я чищу чайник. Здесь опять засада. Чайник-то вместе с ней кипит, потом остывает и отстаивается на пару часов. А как это воплотить в стиралке, в голову так и не пришло. Да еще и карманчики имеют отверстия, через которые порошок и попадает в барабан. И лимонную кислоту в карманчиках не удержишь. Через заднюю часть вся в барабан вытекет. Пришлось подходить кардинально. Следующий мой эксперимент был с уксусом. Тоже жидкость, но более агрессивная, чем лимонная кислота. Здесь на помощь мне пришли губки для мытья посуды. Намочив стенки карманчиков стиралки, я впихнула в них губки, пропитала еще дополнительно губки уксусом и закрыла нишу с карманчиками, чтобы не испарялся уксус и пахло поменьше. Примерно раз в час я проверяла состояние карманчиков и немного доливала на губки уксуса. Через часа 4, проветрив состояние ниши с карманчиками, я осталась удовлетворена их чистотой. Налет я очень легко сняла при помощи тех же губок, и даже желтизны никакой не осталось. Вот теперь смотрю, и глаз радуется. А как вы справляетесь с грязными карманчиками в стиральных машинах? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом ifb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.